небольшой челлендж. Нам прислали вкусный подарок из Таиланда. Кать, кидаем орел или решку монетку. Вкусный подарок покажем? Да, показываем. Правда, это был не Таиланд, а Вьетнам. Наша подруга-стюардесса Аэрофлота привезла нам такой замечательный подарочек. Очень вкусный. Его вот даже разогреть как яичницу предлагают. Но так как с такими продуктами не пускают в гостиницы из-за их страшного приятного аромата, ну, в общем, мы решили на улице его затестить. Это дыриан. Да. Фрукт полезный, необычный. Кать, смотри, кидаем монетку, если орел. Да, Кать. Орел. Оп. Папа. Решка. Папа. Значит, мама. Нет, я орел. Я сказал, я орел. Нет. Все, открывай. Помочь? Хорошо запаковали. Вкусно пахнет, Кать. Кать, ты будешь не пахнет? Даже папа не может распаковать, насколько ароматный. Ну вот это уже булочка с дурианом, не совсем дуриан в чистом виде. Пироженка какая-то. Кать, хочешь понюхать? Аромат чудесный. Ну там, в принципе, в комментариях написано, что оно пахнет тухлыми яйцами. Попробуй. Катя уже понюхала. Хватит ребенка мучиться. Надеемся, что с папой все хорошо. Да, Кать? Ты на всякий случай скажи да пока. Давай попробуй. Булочка, смотри-ка. Булочка с дурианом, да. Вот ты до него дошел. Ой. Пироженки. О, папе вкусно. Он, оказывается, выиграл вкусный челлендж. А еще? Съешь до дна. Вот такая булочка даже с фирменной.